Привет, дорогие друзья! Привет, привет! Мы сейчас находимся на Даммоташи, около канатной дороги, и отправляемся на канатной дороге исследовать крепость. Давно я там не была, давно я не каталась на канатной дороге. В общем, покажем и расскажем все, что увидим сами. Вот такая вот длинная очередь. Я засекла, сколько мы будем стоять, но полный аншлаг. Все туристы едут осматривать крепость. Мам, почему столько народу? Много туристов, наверное. Все захотели подняться наверх. Днем купаются, вечером идут крепость смотреть. Да. Вход в крепость, как и раньше, стоит 18 лир. Открывается 9:30, закрывается 22:00, но крепость работает до 7. Вот такая-то она канатная дорога. Открыли ее примерно год назад. Но, как вы видите, очень много народу. И все прям хотят увидеть и крепость, и Аланию. Мы приехали, нас встречают с музыкой. Первый красивый вид открывается вот отсюда. Мам, ты что, как? Сосновый лес. Дышать надо. В общем, друзья, на моем канале очень много видео из крепости. Я не знаю, штук 5, наверное, есть, как мы сюда ходили. Ну вот мама приехала первый раз, потом мы узнаем у нее впечатление. Вот по этому деревянному настилу мы сейчас поднимаемся на самый верх и будем там бродить по всяким интересным местам. По этой дороге мы поднимаемся на первую достопримечательность Эхмедек, вот туда. Вы можете купить билет в Эхмедек, он стоит 15 лир, а также по этому билету подняться на самый верх на автобусе-трансфере. Мы сейчас поедем, и я вам такой вот все покажу, еще не дойдя до Эхмедека. Здесь, кстати, расширили смотровые площадки. Вот здесь вот очень было мало места, но здесь поставили лавочки. Нельзя курить. И расширили... Сделали смотровую площадку большой. И отсюда открывается вид на крепостные стены. Ну, а мы идем дальше наверх. Здесь, Филипп. Очень много народу. Такого количества народу, конечно, я никогда не видела. И раньше вот сюда можно было ходить, и мы поднимались прямо вот до туда, до самого верха, и там открывается вид сразу, мам, представь, сразу на обе стороны, и на Клеопатру, и на туда. В общем, в описании к видео я оставлю ссылку, вы посмотрите. Вот по этой лестнице раньше мы ходили наверх, прям вот до самого верху. А сейчас закрыли. Выходим из Эхмедека. Солнце постепенно начинает садиться. И до 7:30 крепость работает. Отсюда тоже открывается очень красивый вид. Здесь сделали вот такие вот деревянные ступенечки. Раньше их не было. Расширили настилы. Ну, в общем... Ходить очень удобно и безопасно здесь стало. Вот отсюда
непосредственно, если вы придете днем, когда солнце будет на той стороне, здесь открывается тоже один из самых красивых видов на пляж Клеопатры. Да, хорошо здесь расширили территорию. В прошлом году не было вот этих настилов. Поставили какие-то ларёчки с водой. И все. И постепенно мы идем по этой дорожке. И сейчас я вам покажу, проходя мимо мечети, мы увидим автобус, который отвезет нас на самый верх. Опять мы встретили невесту. По турецкой примете встретить невесту — это очень большая удача. Класс. Каждый раз, когда мы куда-нибудь приходим, мы всегда встречаем невест. Да, а один раз на Клеопатре аж 3 свадьбы было, представь. Проходим мимо традиционного турецкого дома. В общем, в крепости очень красиво стало. Особенно, когда они постелили вот эти настилы. Прям очень удобно. Настил идет до сюда, сюда. Дальше начинается брусчатка. Проходим мимо вот этой вот старой мечети. Она была построена, по-моему, в 15 или 16 веке. Мечеть была построена у нас в 1231 году была построена крепость, а мечеть была также перестроена в 1530 году. Ну, в общем, старинная красивая мечеть. Вот автобусик, как раз мы видим около мечети, вот именно этот автобус и увезет нас сейчас на самый верх. Также здесь, в Эхмедеке, вы можете посетить, помимо мечети, красивых вот таких вот турецких домов, вы можете посетить отреставрированный традиционный турецкий дом, мини-музей, где показан быт турецкой семьи, а также здесь есть станки, на которых делают ткани из шелка и из банана. Алани Белидиси, Омру Кемаль Алте, культурный дом. Мерва. Встретили в этом доме нашу хорошую знакомую. И когда мы попадаем на верхний этаж, здесь находится гостиная, где принимали гостей. Ну и семья проводила время днем, вечером. Ну, в общем, семья проводила время вместе. Здесь находится кухня. Как вы видите, здесь нет кроватей, столов и так далее. Потому что в турецкой культуре едят, сидят и спят всегда на полу, на подушках. И выставляют такой небольшой столик и на нем кушают. Во всех деревнях, когда мы ездили в деревню, во многих видео вы могли видеть, что все происходит на полу. Это спальня. В спальне есть один очень интересный момент. Да, кстати, этот дом был отреставрирован мэрией Алании. Этому дому 200 лет. Здесь также есть ванна полноценная. Можно принимать душ. И когда вы здесь принимаете душ, есть в полу дырка, и вся вода утекает прямиком в сад. А воду где брать? Воду приносить снизу. Воду приносить снизу, и можно ее греть на камине. Я не знаю, камин действующий или нет. Давайте посмотрим. Камин, скорее всего, сейчас не действующий, потому что здесь никто не живет. А в шкафу находятся подушки, одеяло, в общем, все, что стелется на пол для того, чтобы сидеть, спать и отдыхать. Очень красивый дом. Ну и покажу вам балкон, с которого открывается потрясающий вид на Аланию, видно маяк. И очень-очень-очень здесь красивый, конечно, сад, просто огромный, посмотри. И, конечно же, без кого не обходится ни один сад без котов. Без котов? Я думала, без кактуса. Да, без кактуса, без котов. Ну, в крепости Алании еще и без кактуса.
общем, как рассказала наша знакомая, этот дом был в очень плохом состоянии. В 2012 году мэрия Алании взяла в аренду на 20 лет этот дом у владельцев, отреставрировала и открыла для посещения. И через 20 лет она отдаст его обратно владельцам, либо владельцы продлят контракт с мэрией Алании, чтобы люди приходили и смотрели. Также здесь расположены вот такие вот станки, где... Да до сих пор женщины изготавливают на этих станках. Вот сейчас уже мастерицы ушли, но днем вы можете прийти и посмотреть, каким образом мастерицы изготавливают, скорее всего, вот эту вот ткань из банановой, банановая ткань. А вот здесь вот изготавливают, скорее всего, да, вот это изготавливают шелка из шелка. И вот так вот будет выглядеть готовый шелк. На самом деле готовый шелк очень такой плотный материал. Мам, как тебе дом? Очень красивый. А? Очень красивый. И проходя вот по такой аллейке. Йок-йок, банчей. Бля. Сейчас мы увидим очень красивую панораму. Очень красивую, тайную. Гюрюшерючок-то шекеляре, да? Одна из самых красивых панорам Алании. Вот такой вот вид открывается на всю Аланию с крепости. Ну и сейчас мы будем гулять вот так, по таким старинным тропинкам. Но чтобы гулять по таким тропинкам, тоже нужна удобная обувь. Кстати, здесь в крепости до сих пор проживают люди. И знаете что, мы хотели поехать наверх, встречать закат, да. Но мы решили, что мы туда не поедем, потому что нам не хватит времени. И эти 2 часа мы используем для того, чтобы гулять по Эхмедеку. А уже в следующий раз мы поедем на самый верх и тоже снимем классное видео. Потому что не хочется делать все в спешке, а хочется прям вот погрузиться в вот эту вот классную такую атмосферу. Очень здесь красиво, конечно, все отреставрировали. Супер. Очень вот именно вот этот автобус, друзья, везет вас наверх. Мы на нем сегодня не поедем, а будем гулять по Эхмедеку. Вот, например, один из жилых домов, где до сих пор проживают люди. Вот в эту сторону я, кстати, еще не ходила. Давайте мы с вами... А, нет, там просто нужно обойти сзади. Ну, в общем, вот таким вот образом выглядит... Один из жилых домов Алании, конечно же, в крепости Алании, конечно же, он также требует реставрации. Скорее всего, его отреставрируют в ближайшем будущем. Вот тоже один из жилых домов. Сделали специально вот такие вот подпорки, чтобы крепость не разваливалась. А вот... Один из домов, который отреставрировали. Ну, постепенно все дома уже реставрируют. В крепости Алании очень дорогая земля и очень-очень дорогие дома. И, например, вот такой вот дом может стоить 1 000 000 или даже 2. Ну, и здесь 2 000 000 евро. Можно попить айран, кахвалты, гёзлиме покушать. Ну, просто посидеть, отдохнуть. В Эхмедеке находится цитадель. Здесь есть мечеть, базарная площадь и культурный дом. В культурном доме мы уже были. Сейчас пойдем гулять и смотреть торговую площадь. И везде в крепости растут вот такие вот красивые кактусы. Люди, пожалуйста, когда вы сюда приходите, не пишите ничего на кактусах, не портите их. Здесь расположен старый базар. Вот эти вот отдельные помещения, здесь раньше располагались торговцы. Когда мы здесь были в прошлый раз, здесь тоже было все не очень хорошо расчищено. Вот он, вот такой вот большой торговый холл. Вот эти вот отдельные помещения, маленькие, такие сводчатые, где раньше располагались, ну, различные лавки. Все здесь, конечно, почистили, чтобы мы видели, как выглядели старые-старые магазинчики.
сделали укрепление. Ну, в общем, молодцы. За этот год, конечно, крепость очень хорошо, красиво отреставрировали. А еще я обнаружила здесь вот такой вот интересный дом. Посмотрите, с какой площадкой, с каким видом. Но, к сожалению, хозяева здесь ничего не делают интересного. Очень жаль. Чай арангезлеме. Все. На этом все закончено. А можно было бы столько... Да кого? Мама, ты... Ты чужого ребенка забрала? Он пошел со мной, с мамой не хочет. Фотографируй. Вот так. Мы пойдем гулять с тобой, правда? Гулять пойдем. Вот такое шикарное дерево здесь растет, а не дотянуться. Очень красиво. Ага, такое густое, посмотри. Мама, посмотри, какое оно внутри. Колючки непролазные просто. И на Клеопатре начинается закат. И мы постепенно-постепенно будем спускаться вниз и смотреть закат на пляже. Мы же возвращаемся обратно. Вот здесь закат солнца, но не очень хорошо видно. Сейчас мы в другом месте получше увидим закат. Закаты на Клеопатре, конечно, просто потрясающие. Вот такой вот здесь потрясающий закат. Сейчас мы доедем до дома Латаша, посмотрим, успеем мы или нет. Но очень красиво, просто невероятно. Идем обратно вниз и на канатную дорогу. Солнце постепенно заходит. В Алании начинаются загораться огни, начинает подсвечиваться вот эта вот лесенка. Туристы не перестают, но не забывайте, что крепость работает до 7:30, и до 7:30 вы должны выйти вот через эти двери. Если вы не выйдете до 7:30, то вам придется идти пешком. Наше путешествие крепость подходит к концу. Сейчас мы идем обратно на канатную дорогу. Сосны пушистые, да. Солнце уже заходит. Практически зашло, а туристы не перестают идти подниматься наверх. Поднимается еще больше. Слушай, я правда поднималась еще больше, как... Остался час до закрытия. Мы едем обратно и чуть-чуть застали закат. Нужно будет нам сходить как-нибудь на пляж и снять настоящий закат на пляже. Смотрится, конечно, он там просто, просто потрясающе. Наше небольшое путешествие к крепости Ланте понравилось? Очень. В следующий раз мы пойдем на самый верх. В нашей кабинке едет очень много иностранцев, и они все на нас смотрят, что мы делаем с этой камерой. В общем, друзья, вот на такой вот классной и красивой ноте с панорамой Алании мы приглашаем вас тоже. Обязательно приезжайте в крепость Алании, когда приезжайте в отпуск в Аланию, обязательно катайтесь на канатной дороге. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. До встречи.